Меня не покидает чувство, что ничего подобного ты больше не услышишь. Для меня он всегда был и остается самым великим. Нет сомнений, что он был вагнеровским тенором номер один. Непараўнальный, героичный тенор Новой Германии, який взял штурмом ведучий оперный театр краины. А кроме чистини гуку, он володал дивным тембром. Сегодня у вечера «Життё и творчесть Макса Лоренца». Премьера на Беларусь 3.